Сегодня 5 августа 2009 года. Через 2,5 недели я улетаю в Москву. Отсюда из Америки в Москву, из Орландо, из прекрасного города. У нас сегодня проходит, проходит семинар полицейских. И вот съехались полицейские, ну, наверное, со всей Флориды. Вы видите сопровождение моей машины. Это Flagler County Sheriff. Вот эта машинка. It's, I think maybe Ford Impala. Вот. Вот он сопровождает вот эту машину, которая является моей. It's a Lincoln 1997 Town Car. Обратите внимание. American flag. An eagle. Вот эту машину, хозяин которой я являюсь, он сопровождает. Сейчас попробую сделать фотографию на фоне двух машин. Вот так смотрятся самые идеальные машины, кары в Штатах, если не во всем мире. Машина президента почти и сопровождение шерифа. Так, передний вид машин. Обратите внимание на передний спойлер, как в случае утаранят все тачки, которые надо остановить. Emergency dial 911. Вот так эти машины смотрятся сзади. Машина шерифа. Town car. Right here. Stand up for America. Be American. Chevrolet, Florida, Florida Gators. That's it. Это мой номер. MyFlorida.com K10 1ZH Orange. Мой номер действительно до февраля следующего года, то есть 2010 года. Это все происходит на стоянке около моей гостиницы Hilton World Disney World Resort. Вот так, знаете, на память снять, кем ты был, что себя представлял в Орландо. Это, знаете, интересно, прекрасно. Буду показывать родным, друзьям, сынуле, родителям. Fantastic cars. Сейчас попробую сделать фотографию, не знаю, получится или нет. В общем, вот так все это выглядит, очень красиво. Великолепная картина двух каров США. Thank you, спасибо всем.